Ряд вопросов на сегодняшний день, требующих безотлагательного решения. Первый вопрос. Эффективная работа пилетных производств. Вот картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пилет. Это было мое жесткое настоятельное требование. Почему? Летишь над страной, бурелома, всякой гадости в лесу, страшно смотреть. Думаю, ну а почему это все не переработать и не получить от этого эффект? Построили заводы, которые все это превращают в щепу или во что-то там еще, и мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пилеты не нужны, на экспорт поставлять не можем, логистика не позволяет или ума не хватает, и внутри страны не потребляем. Я думаю, не надо ни вам, ни журналистам объяснять, что такое пилеты. Как работают сегодня эти предприятия? Созданы значительные мощности, как я уже сказал, по производству этих самых пилет, что дало возможность вовлечь в производство низкосортную древесину и отходы деревообработки. Их море. Мы можем производить, послушайте только, 1 000 000 тонн пилет. 1 000 000 тонн в год. Немалые инвестиции вложили. Как государственные, так и частные. Но сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. И само собой, не в убыток, а возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно. На совещании по промышленности мы договорились, что все вопросы по деятельности пилетных производств будут решены до начала отопительного сезона. Сегодня пришло время сверить часы, как эти планы и мои поручения выполняются. Хотел бы услышать от правительства, каковы перспективы деятельности пилетных производств, что сделано для поиска новых рынков сбыта и схем поставок. Что с увеличением применения этой продукции на внутреннем рынке, если вам логистика не позволяет в Узбекистан везти или в Эмираты? Какие решения приняты по стимулированию использования пилет населением в энергетической системе страны? Второй вопрос, не менее важный. Работа агросервисов. Сегодня это 134 организации, оказывающие агросервисные, транспортные, ремонтные, другие услуги нашим аграриям. То есть раньше в каждом районе были сельхозтехники. Потом мы их назвали агросервисами. Если нужно было, да и не нужно, мы всегда знали на селе, что надо ехать в агросервис, в сельхозтехнику, надо там топливо купить. Там обслуживали более сложные технические узлы, агрегаты. Не каждый колхоз, совхоз может обслужить нормально, отремонтировать, восстановить двигатель. Сложная штука, не каждый. Мы передавали туда двигатели, там централизованно ремонтировали. И многое-многое другое. Потом пришел рынок. Мы умные все это решили разрушить. Я сказал, нет, это должно работать. И сегодня это надо. Это должны быть сервисные центры наших крупных предприятий. МТЗ трактора поставляет? За границей мы корячимся, создаем сервисные центры. Без сервиса, без обслуживания техники у тебя никто ее не купит за границей, так? А почему в своей стране мы не можем эти сервисные центры не создавать, не восстанавливать, а пользоваться? МТЗ. Гомсельмаш комбайны поставляет? Поставляет. Бобруйска, Громаш и прочее поставляют технику для села? Поставляют. Так 134 организации при вашем руководстве и правительстве они должны восстановить, чтобы они оказывали услуги на месте, чтобы бандиты, жулики, посредники вам не привозили какие-то запчасти. Систему я вам предложил, восстановите. Восстановите строительные ПМК, которые были в каждом районе.
Восстановите межрайонные МПМК, которые занимались мелиорацией. У нас 200 тысяч гектаров надо восстанавливать по мелиорации. Кто будет это делать? Эти МПМК под жимом президента что-то начали шевелить. Заяц сегодня отвечает за это. Мелиорация. И потом, слушай, топор заточить кому-то надо, нож какой-то поправить, еще чего-то, огороднину, какие-то грабли и прочее. Куда пойти? В сельхозтехнику, как это было раньше. Ну и потом, это 200-250 рабочих мест. Это там еще люди и старики сохранились, которые могут это сделать. Вот что такое райагросервис, что такое строительная ПМК. У нас уже в некоторых районах не то, что сарай построить, они не могут пол залить железобетоном. Разогнать собрались. Не будет этого. Я вам поручил восстановить. Сегодня вы расскажете, как вы героически это сделали. Это так, к примеру, что такое райагросервис. Тем, кто забыл, в 2019 году мы уже оказали беспрецедентную поддержку головному предприятию путем реструктуризации задолженности. То есть вы работаете безобразно. Вы в долгах, как в шелках. Белагросервис. Головное предприятие, так? Реструктуризировали, отсрочили долги. Простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? Вы чего пришли? И зачем нам такой министр, который эти документы направляет мне вместе с премьер-министром? Или сядете в тюрьму? Или рассчитаетесь с долгами и будете работать, как я сказал. Мое железное требование к губернаторам и правительству, которое озвучивал неоднократно, должна быть жесткая дисциплина расчетов. И точка. Без нее мы дальше ходить будем по кругу, возвращаясь к этим вопросам. При этом предупреждаю вас, перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности. Ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги и отдайте крестьянам за поставленную продукцию. Головой отвечу. Третий, очень важный вопрос. Система спутниковой связи и вещания. Спутник связи запущен в 2016 году после вывода на орбиту и ввода в эксплуатацию наземного комплекса успешно выполняет свои функции. Основная задача – коммерциализация окупаемости. Спутник запустили не только для того, чтобы в своих интересах использовать, но даже если в своих, за спутник надо платить. В 2020 году было принято решение мною, которым определен порядок выполнения финансовых обязательств по проекту. Проект назывался «Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Беларусь». Сегодня правительство предлагает его скорректировать. Что значит скорректировать? Опять деньги. Не будет денег. А вы сделаете и выполните свою функцию так, как я когда-то вам поручал по распоряжению. Я вас предупреждаю, премьер-министр. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания, в нашей стране создано 64 пилетных производства с суммарной мощностью около 1 000 000 тонн в год. 60% подконтрольный Менглесхозу и Беллесбумпрому, 40% предприятия без ведомственной подчиненности. То есть больше половины это государственное предприятие? Абсолютно точно. Так. Ну, остальные 40% возможно частные. Массовое строительство указанных производств было обусловлено двумя факторами. Необходимости... То есть зачем мы их построили? Да, необходимостью переработки образующих в процессе производов отходов лесопиления и деревообработки. Ну и значит это то, что получается пилим, при производстве основной продукции, получается щепа, получаются пилки, данные щепу и опилки перерабатываем и получаем... Они гнили и гниют сейчас, поэтому решили их сделать с них пилеты, так? Так точно. И в лесу собрать хлам. Так точно, Александрович. Вторая причина – это экспортная привлекательность пилет на рынке Европейского Союза. Из-за его только Европейскому емкости, Союзу и... надо пилеты, а? Это забрасывает удочку к тому, что в Евросоюз, а сейчас там санкции, нас туда не пускают, поэтому некуда девать пилеты. Значит, 2000... Вот послушайте, вот журналисты, послушайте, точно так скажут. В 2021 году были поставлены в Европу 570 тысяч тонн пилет, то есть более... А почему 60... только в Европу? Чуть позже там. Вы клали яйца в одну корзину. Я и вас и сейчас об этом предупреждаю, что этого делать нельзя. Со второй
половины 2022 года реализации пилет на европейский рынок стала невозможной. Товарищ президент, то, что вы говорите. В рамках вашей договоренности в Узбекистане отгрузили... Да ладно, не надо про это. Пилет, ты мне расскажи, что сейчас тонн. С пилетами? Сколько у тебя на складе? Как работают заводы? Где будем жечь эти пилеты? Предприятия в основном остановлены и законсервированы. Люди, которые работали на этих предприятиях, трудоустроены. Нормальная в регионах обстановка социальная. Все люди работают. Какая нормальная? Вы законсервировали новое предприятие, которое готово производить миллион тонн нужных для страны продуктов. Значит, приостановили пока временно, потому что, еще раз говорю, внутренний рынок сегодня не готов потреблять то количество пилет, которое мы будем в течение 2 лет.